Свен готов. Ну... Нет, снизу получше. Снизу получше драфт, на мой вкус. Прикинув все за и против, делаю вывод, что снизу поинтереснее. Яйцо проблемой будет довольно серьезной ломать. Нечем его толком, то есть яйцо будет стоять, лазером будет посикивать. Неприятно. Для шторма вроде игра не выглядит как какая-то, ну, как сложная, да? Каких-то сайленсов, нет точечных станов, мало, вообще мало. Контроля вообще не супер много. Он есть у Маус, да, в принципе, там у каждого героя считаешь, что какой-то есть. Но все это контроль такой, то есть единственный реально неприятный контроль для шторма, это если получится его как-то в стан Шарка засунуть, тогда да, там. Потому что от всего остального слишком легко он уворачивается, как будто бы. Обзор рангов, это можно, конечно. Нарман, 62-й игрок в мире, Форс, 70-й игрок в мире, Суприм, 14-й игрок в мире, Бенган, 108-й, Юлни, 124-й игрок. Попей! Все ближе к Даньке, 445-й игрок в мире, Шишок, 152-й, Кристалли, 127-й, бум, 322! О, еще и ник JT поставил, но это вообще позор. Кордан, 75-й игрок в мире, поехали. Ля, что творит шишачела? А, ну, на самом деле, ничего он пока не сделал такого уж грандиозного. Драться с орком много смысла нет. Подвышка его. У него там доп броня, доп реген. Ой, шишак! Ой, шишачи! Шишак, пиздец, позор. Позорище от шишака. Он поставил сатракта. Все, ему он кикается уже из команды. Пупей это увидит, это кик из команды. Это все. Чел кикают. Аспекты, говорите. Да, аспекты это, конечно, интересно. Вот, например, что Dark Seer умеет? Интеллект также увеличивает скорость атаки этого. Почему Дред еще не играет? Почему Дред еще не играет на Dark Seer? Почему он продолжает играть на Вивере, если есть вот эта история? Это же оно, блядь. Тут даже, кажется, начаться может что-то. А, уже играет. Читалось. Так, ну что, интеллект героя не может быть ниже его силы или лов... В смысле, интеллект не может быть ниже? Как это понять? Как это понимать? То есть, если я... Это как работает? То есть, если я себе беру силу, то у меня интеллект растет пропорционально моей силе? Или как? Или что? Да? То есть я беру себе, например... Мэн, ну вообще это прикольно, если что. Это действительно интересно. Я не знаю, можно ли из этого родить что-нибудь, но звучит как будто бы можно. Да. Так, ну Лишак это мы уже видели у нас здесь. Радиус героя увеличивается, да, за очко. А, правда, герой старается 7 ман в размере урона. А, это тоже мы видели, да. Так, Оракл, а тут я не знаю, что. Лечение заклинания этого героя увеличивает 1% с каждым его уровнем. Неплохо, кстати. Герой способен предсказывать и сообщать союзников, станет следующей руной усиления. Что? Откуда он? А как он это? Как? А как он это делает? Как он предсказывает, блин? Где этот скилл, который предсказывает? Опа! Ну все, Дристалис. А, так Дристалис на Урсе не умеет играть. Это Луз. Ребят, это Вуз. На Урсе этот чел играть-то не умеет. Это известная история. Вон он. Уже съебывает скрипами. За ним он Бенган гонит. А ну, Кристалис, разъеби его. Ты убей его. Убей его нахуй. Блядь. А лучше бы он сдох. Чем вот так вот бегать реально. Сука, куда ты, медведь, блядь? Просто в лес пошел, в спячку сейчас впадет. Перлок, так, Свен, что умеет? Базовый урон героя уменьшен, но каждое яйцо силы приносит ему дополнительный бонус к урону. Доп урона за очко силы. То есть 100 силы, 70 дэмэджа, да? Нормально, вообще-то говоря. Если так подумать. А так герой наносит 15% больше урона оглушенным врагам. О, прикол.
Так, ну такая история. Что Феникс это? Так, отрицательный эффект способности этого героя каждую секунду откладывает складывающий эффект, увеличивающий вероятность промаха атаки на 2% и действующие 5 секунд. Это же был просто баф Санрея. Даже не баф, а дебаф еще в виде мясов. А теперь это просто на все подряд работает. Супернова накладывает мясы, да, тоже. То есть, в принципе, люди могут миссовать по супернове. Прикол. Урон увлечения от этой способности увеличивается по мере отдаления от нее, от ее владельца. Сила чана начинает усиливаться в его середине и достигает 150% от базовых показателей настроения 1200. Если длина луча превышает 1200, урон с лечением увеличивается в соответствующем размере. Вот сложно. Так, бабка тут сдохла. Разменная лишака. Бабка, что-то скатербласт. Выстрел от скатербласта имеет более узкий конус. А бонус урона замедления срабатывает только за пределами выстрела в упор. Герой наносит атаками на 25% больше урона, но с вероятностью в 25% может произойти осечка, отчего атака нанесет только 50% урона. Бакшот рулет, блять. Так. Бирдоун. Кентавр, штормы, это мы знаем, уже это видели. Давай за шишаком следить. Ну давай, давай. Шишак, поехал. Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CSGO Run? Режим Kings Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Хватай секретный промокод в Telegram-боте. Ребята, пошла ёбка! Суприм! Проблема у него, полетел Феникс, ставится яйцо, яйцо такое, неплохое зонище. Бам, у Суприм проблемки, Суприм есть стики вроде как, отстанивается Суприм, стики выпивает, тут стенка ставится. А Дессика, что пытается выйти, мана маловато, у Попея там проблемки тоже, его урсы, ебало сломают урсы, блять, Попея нахуй, аккуратней, медведи не шутят. Медведи, сейчас, блядь, эти ребята тоже не шутят, Пупей, беги. Лес огрызается, лесная братва. Расскажи, как ты выиграл дефенс. Ну, слушай, там не то, чтобы какая-то очень интересная история, как мы выиграли дефенс с пацанами. Просто конкретно на том турнире мы оказались сильнее всех. Мы смогли победить своих очень таких непримиримых противников, которым мы обычно сосали жопу Эмпайр. Вот мы их победили. Я думаю, это положило главный камень в победу наш. Потому что остальные противники как будто бы после Эмпайр уже выглядели не так сильно. Но просто где-то повезло, что вторые наши главные противники, а именно Нави, кому-то проебали там, не знаю кому. Кто-то им дал пизды, может быть, Фнатик. Может быть, то были Альянс или еще кто. И в итоге мы там месили всяких Дигнитос там, еще кого-то, Ликвидов. Раз самого залайканного коммента про новый патч на спот. Ждали одного рингмастера, а приехал целый цирк. База, Пупей. Не, ну ты не убьешь его, это же Пупей. У него еще стик есть. Стикфингеры. Что в доте стали раскрывать лор с помощью комиксов? Вот раньше ни один человек в доте и не догадывался, как зовут кентавра. А теперь знают все. Да не переписали его имя! Его всегда звали Бредварден, блядь! А теперь он Броудворден какой-то! Какой Броудворден? Бредварден, блядь! Я петицию буду... Ребят, они это сделали специально из-за меня. Чтобы меня, как бы, опозорить. Типа я все это время неправильно называл кентавра. Его всегда Бредварден звали, блядь! Сука, это троллинг, это скам. Вот, всегда звали, просто погуглите, блядь. Вот, короче, я говорю, наши предки, приматы, да, макаки, грубо говоря, бабуин там какие-нибудь. Это все наши, по большому счету, в какой-то степени родственники такие. Им мериться особо нечем. И поэтому, например, у них, ну, павианы в каких-нибудь. Вот сидит этот павиан.
Я, кстати, не буду говорить его полное название. Вот он сидит, главный, да, в стаде, в таком самом прайде. И ему как-то надо вот показать, что он главнее других. Но нет у них ничего, да, у них нет какого-то искусства, у них нет какой-то мыслительной такой какой-то глубокой деятельности, там еще чего-нибудь. И вот у него бакенбарды, волосы он огромные отрастил, а остальным мужикам, по крайней мере, в племени нельзя. Вот ему можно, а другим нельзя. И вот он сидит такой, да, и вот это его статус показывает. Так вот задумайтесь, что ваша боязнь облысеть или что-то такое, это... Вот мы это, через миллионы лет только прошедшее. Поэтому, ну, как бы, это просто отголоски вообще, ну, как бы, примитивного бытия наших доисторических предков. А люди такие, бля, я лысею там, ой, жесть, или побреюсь на лысо, наспор. Как будто бы волосы — это что-то сакральное или суперважное. Это волосы, блядь, это волосы, алло. Ты еще подмышку там наспор брей или бойся, что, блядь, волосы на подмышке перестали расти, охуеть. Что делать-то, пиздец? Как жить теперь? Только смотреть, как играют всякие пивные вот эти алкаши, типа шишаков каких-то и так далее-то. Опа, бум! Сейчас началось. Кажется, началось. Ой, бенган. О, вау! Хорошее было! Яйцо, яйцо, яйцо ломают, пупею его яйцо. Остальные в стане прыгают, кристалли с первого стана, как же ебут их. Кардан страдает, но пытаются Суприма взять вот это, да, кристалли погибают. У Кардана проблемы, Кардан с маной пока уйдет. Поймали, 300 маны еще есть, может полетать. Вот и закончилась мана, могут догнать. Кстати говоря, Свен с блинком сейчас заблинкается. Кардану пизда будет, да, бам-бам. И все, бум, просто пофоткал. Вот и камбэк, кто пиздел. Не, я не против, если чел едет на самокате, там, ну, 10 км в час, то есть супер аккуратно. Ну, кто ж так едет? Ты так хоть раз такого видел, чела? Он самокат берет, чтобы въебать максимум. Я не знаю, сколько там максимум. Я на этом дерьме не катался, я же не долбоеб. Вот, но там, ну, километров 40 почти нам его можно захуярить. Так что такое происходит, Оракла убили? Юл нет. Убили Дристалиса. С другой стороны, проблемы у Робика. Он погиб, Оракл байбек. Что, получи стан, земля. Попеющий пизды получил. Не, все, да секрет проебали. Ну а как не проебать? У них этот Кристаллис на Урсе играет. Он не понимает, что этот герой делает вообще. Кристаллис, ну, Урса не его герой-то. Вот там есть макака. Ладно, макаку на ФП брать, только так выиграть можно. Так, победим. Кстати, максимальный таймер прокнул. 25 секунд, Дорошана. Уже 20. Максимальный таймер. Ждут. Выжидают Муза. Ну как Муза. Бинган стоит здесь. О, на Дельфи пришел, здорово. Отдельные полосы пешеходом и велосипедом, самокатом. Уменьшать кол вот тачек. Нет, блядь, давай все запрещать. Это ж проще. Ах ты умник ебаный! Давай весь город перестроим, блядь! Весь город перестроим там, где некуда уже всунуть ничего. Мы правильно, мы блядь, еще тротуар построим под самокат. Заберем с дороги местечко, там, блядь, сделаем полосу. Мы же это планировали изначально, когда город проектировали, правильно? Самокат, вот это все. Планировали, хуль нет, блядь. Давай! Давай захуярим, что нет-то? Кто будет все это делать? Ты, блядь? Или как? Давай мы будем честны. Наши города не планировались под самокат никакие. Так же, как и под такое количество машин они не планировались. Но тут как повезло еще. Не лопнули, хотя где-то проблемы имеются. Давай мы лучше будем строить новые города. Артист, ты что ли? Бля, ну благо прыгать уметь. Новые города будем строить. Вот что будем делать. И в новых городах уже будем планировать все мы хорошо изначально. И для самокатов, и велосипедов, и для всего. И парковки, чтобы подземные были повсюду. Чтобы повсюду эти тачки не стояли. Как в Дубае, ребят. Что нам мешает? Что у нас, денег нет, что ли? Есть, давайте делать. Давайте, каждый, если возьмет и сделает по городу, ребят, новому, у нас будет отлично все. С новыми городами. Удобство будет, комфорт, самокаты. Все для людей.
Ярик в урбанистику точно не силен, скипни эту тему. Чувак, уверен, что посильнее тебя, блядь. Посмотрел, небось, два видео этого, ну как его, этот кудрявый этот чел, который вечно про города рассказывает и думает, что в урбанистику силен. Ну это как, посрался два дня в Твиттере, думает, что политику знает. Это классический чел, но это с ебалом Сойджика вот этот вот. Типа, блядь, в урбанистику ты, блядь, не очень силен, нахуй. Пиздец, когда, блядь, слушаешь таких чуваков, охуеваешь. Это, блядь, ты-то зато силен, блядь, во всем. Я, блядь, главное, что я про урбанистику ничего не говорил, кроме того, что наши города реально не рассчитаны под это. Ну, то есть, как бы сложно выделить отдельные полосы там, где это не было как бы запланировано изначально. Потому что ты это в ущерб чему-то делаешь, очевидно. Где-то просто места нет, ни под что. Это я единственное, что сказал. Но это я, блядь, не силен в урбанистику. Тут надо было, блядь, посмотреть три видео Варламова. Вот тогда ты бы, блядь, конечно, бы все понял. Бордюр там, блядь, бордюры, я в ахуе, я тут, ребят, я тут шел по улице, просто иду по улице с коляской, ну, гуляю просто с Алисой, да, и просто иду, и там все тротуары, все разворочены, раскурочены, в дерьмо, везде бордюры меняют, там дорога, по ней вообще никто не ходит, сука, вы нахера там бордюры меняете вообще? Просто пиздец, там никого нет! Ну и теперь я там ходить не могу, потому что там бордюры менять, потому что все раскурочили. Я, блин, так недоволен был, я хотел пожаловаться куда-то, но не понял куда. А потом подумал, а что жаловаться, он мне сказал, что сейчас починит, нормально. Самокаты, а за победу день раздавать его. Ноль затрат БТВ. Так, ребята, минус шторм. Плюс шторм, когда полетел. Суприм! Ой, как подхиливается! Ой, как подхиливается! Ой, как подхиливается! Как же Суприм делает гонку за Дристалицем, но не получается тогда Дристалица, Дристалиц есть блинк. А-а-а! Он умер от молнии! Говорят, молния не бьет дважды в одно и то же место. Кристаллицу и одной молнии хватило. Проблема у Бума, он гниет. Правда, продубил Блэйдмейл, он начал крепкий. Долбит нормально, на-на-на, блядь, как его взять, непонятно, с другой стороны у Кордона. Проблема, Пупей. Пупей засыха, как же он засывает. Какой там стан, отлично, от Суприма зашел. Шторм еще жив, Шторм туда, Шторм сюда, Суприм фулл хп. Бум тоже фулл хп, что за кастовка, почему никто не умирает? Донат, я ничего не понимаю, что ты там донатишь, блядь. Перестать донатить. У Бума 6000 хп, реген прет, Тараска на месте. Хоть, ооо! Суприм! Что он творит, этот Суприм? Делает телепорт, тут шишак? Нихуя шишак! Тупо дрифтанул, видели? Такой, бам-бам-бам-бам! Чуть-чуть не успел. Ну, даже если бы он успел, они бы не убили никак бы Оркл-то. На самом деле, от Оркл бы на разворот еще бы этому шишаку пизды дал. Полагаю. Короче, 18 тысяч дэмэджа нанес. Человечек. Опа! Свен, на месте. Стан, по юлниту отрабатывают, юлнит. Блэйдмейл нажал. Кардан. Бам-бам-бам, долб нормальный бенгал пока что выживает. Бум танкует, все это говно очень крепко, но юлнит вырывается. Вроде как даже бумы немного начинают пробивать, да. Все еще он прохиливается, Пупей, там яйцо взорвалось у него. Юлнит пытается бума догнать, но бум очень крепкий, его никак не убить, что вообще никто не умирает, конечно. Дота все звезды. О, Кардан! Кардан пофидел. Кардан байбек? Кардан байбек. Ну а че они так играют, как будто бы они способны убить Суприма? Ну они не способны убить Суприма, но там люди не способны убить бума. Ой, ой-ой, какой вагу под стеночку, точнее под статчик. Под... Ой, но все равно Урс что-то всех убивает вместе с кентавром. Суприм поджигает. А куда? Кристаллиц убежал, фотограф ебучий. А реально, съебался. Вернулся, убил. Другую по заднице и создается ебанутая аварийная ситуация. Я чудом жив. Вот! 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 Ни о чем говорю. Так дело жил люди. Они в самокатах ебаных. Может, давай еще на жизнь запретим. Ибо ими можно причинять вред вам. Никто, блядь, ножи запрещены, чел! Хочешь самокат, езди на нём по дому. Ты не можешь ходить с ножом по улице, блядь. Они запрещены. Да, блядь, потому что вот потому что нахуй.
На дома, на своем самокате, хоть круги наворачивай, хоть что делай, блядь. Ты не можешь, блядь, вот, ходить с ножом, и не надо, блядь, кататься на самокате. 11 тысяч, нихуя себе. Это что такое? Откуда столько тысяч, тысяч? Блядь, кентавр мем, конечно, герой, пиздец. Что это вообще такое? Это реально как в кастомке. Я вспоминаю эту кучу, я там на кентавре играл, у меня было 200 тысяч хп. Ну, недалеко ушли. Ну, ладно, как недалеко. Ну, далеко, но все равно, 10 тысяч, это что-то уже перебор. Джиггернаут. Это вот что-то там вроде его бафали или что. Ну, не знаю, я помню, что винрейт вырос. Венга с арканой, так что невозможно понять, это венга или петух. Улетаем. Прилетаем. Дерево посадил! И что это такое? Всем похуй на твое дерево, долбоёб. Да, погиб в итоге у нас здесь мистер Доширак. В размен на Феникса и Белку. Так, а это у нас ДК через Фрост Дракона, да, получается? ДК через лед. Ну, выходит, что так. Йолнит тут подвязали, он тут на развороте такой, хоп, шишака впился. Йолнит на очке, шишака умирает. Бум без ультимейта пока что, Пупей тут поссал. Пупей много расходников имеется. Это приятно. А у Венги набор говна какого-то. То ли стан, то ли что-то там, блядь. Минус армор, что-то туда-сюда, там какой-то свап, чё, блядь. Убивать кто чем будем? Кто будет? Так, здесь тем временем ДК на Лешака поменяли. Пошел вперед Форс, а что-то он на очке. На таком этот Форс. Позорник, блин. Позорник на Форсе. Ну, испугался, что его задуэлит, видимо, Легионка. Из ульти Джаггер, только вот Легионка без дуэли. Опа, день секса, let's go. Да, да, ребят. Сегодня день секса, если ты не обрадуешь этой новостью весь чат, тебе 7 лет не будет вести с этим делом, поэтому... Не рекомендую мимо проходить, стоит яйцо, очень даже неплохое, зодище, минус 2. Правда, один из умерших оказался Рейгсом, Форс, бэклайн заходит, за Кордоном погоня тут, Кордон, ну, бы что-нибудь придумать, то что тут придумаешь, уже ничего не придумаешь. В принципе, мистер Тимбер опять начинает мутить-крутить, играет мистер Тимбер почему-то без блинка, но хочет быстрый аганим себе приобрести. Аганим, я так понимаю, старый все еще у нас. Легионка, конечно, бичар, но это бум. Он на прошлой карте ебал. Супри. Ой, в Нармана здесь ультимейт. Ставится яйцо, ДК прыгает вперед. Ну, вроде неплохо напали секреты, но уже потратили яйцо, потратили ульт Легионки. Непонятно, могут ли они дальше драться, даже 5 в 4. Может быть опасно, но у Джаггера еще есть ульта, в случае чего Форс может потанковать, потому что у него есть аганим. Так, а Форс хочет себе, я так понимаю, здесь рунку украсть. Господи, ну и дресня. Ладно, все понятно, блин. Ты реально всратич какой-то невероятный. Ультимейт от Джаггера, этот, точнее, армор от Джаггера. Как я ебанет? Ща ебанет, нахуй! И ноль дэмэджа, но, видимо, все разошлись просто. Значит, реально урон не было. Там все неплохо должно было ебануть, по идее. Там столько дэмэджа он-то впитал. Нет, что-то пошло. Сопри, проблемы у него. Свап от Винги! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это Юлнит! Это Юлнит, ребята. ДК там дерется против Нармана. Дристалис на месте. Дристалис на подхилочах. Дристалис, фон, какой же фотограф. Какой же фотограф на Дристалисе? Бля, это пиздец фотограф. Бля, как же он отфоткал-то круто. Просто он все, это фото охота, он буквально из куста с фотоаппаратом такой, так, хороший ракурс, так, давай. Хиллер на кэрри, да. Ребят, ну так, типа, в пати нужен танк, хил, ДД. Вот взяли ДД, да, типа, а это чел на Shadow Priest'е зарегался, типа, а сам на холлика запрыгнул. То, что ни хера на Shadow Priest'е даже играть не умеет, но просто вот на холика в итоге прыгнул, хоть регался на Shadow, и стоит, что-то там пыхтит, пердит карой.
Карри демажит, а сам хилит. Вот это вот наш ДД такой тоже здесь. Они не успевают, они уходят. Нет, они возвращаются. Они возвращаются. Кажется, началось. Форс начинает получать урон от кристаллица, подрубает пока что. Пассивку гонимную. Пупе яйцо ставить не стал. Заультил в лотус, что, Буба, проблемы. Дристаллис. Дристаллис вновь дал жидкого, ребят, по ноге потекло. Подлива. В лотус нажал ультимейт на Джаггере. Но потому что Джаггер не сигнатура, ебать. Это тебе не Марки Кинг, даже не Урса. Подлива, ребят, пошла. Да. 2400 урона. Но есть ощущение, что он своих разъебал. Я, правда, не знаю, как это считается. Вот смотрите. Там просто он... Не, он 100% разъебал своих. По идее. Там просто получается, он сейчас вот ульт нажмет. А в кого он, кстати говоря? Подливку-то дал. Во. И он там начал... Они вот начали прыгать. И у него же как бы Battle Fury. И он вот по идее Battle Fury Бума выебал. Есть такое у меня ощущение. Как бы своего. Бля, ну это вроде так не должно работать вообще. Хотя... Непонятно, я говорю, сводку смерти Бума посмотреть надо. Чтобы выяснить... Нет, его чисто... Нет, так это все-таки так не работает. По крайней мере, тут такого урона нет. Да, его просто Лишак убил, к сожалению. Ну да ладно. Было бы забавно. Было бы забавно, но оно как есть. 6 тысяч денег тем временем Мауза ведут. Свап пошел, дикий! От слова дик! Бич, дик! Это Дристаллис! Дал под себя! Дал под себя в очередной раз, ребята! Но, справедливости ради, нет, было сейва! Не было сейва, ребята, где был бум! Ведь есть пресс за атак! Сильное развеивание можно было дать! Куда было использовано это сильное развеивание? Но людей... Вот он, раскрут пошел, дикий. Байбек от Феникса, поедание сыров происходит. Мыши едят сыры. Бум, опять без дуэли. Ёбаный рот, Юл нет, поднимает его в Иул. У Юл... Ой, какая привязка, неплохая. Бумеранг пошел, Суприма замедлили. Суприм Винвейкер имеется у него. Блин, не, ну чакрам это что-то шок какой-то, этот чистый твистый чакрам. Я просто смотрю на него, но им же невозможно попасть, он же просто абсолютно рандомно как-то летает, хуй пойми как. Восьмерка, ну да. Знак бесконечности рисует, бесконечный чакрам. Ну только толк, ну как бы, то есть смысл какой-то. И вот он, Джаггернаут! Это был маленький ульт. Тихо. Кажется, началось. О, крутись, вертись. Сейчас ебать будут. А вот и дуэль от Бум-Бумского. Минус дуэль. Кто-то заработал дуэль, походу, 48, ай, блин, армор, 38 урон. Но, кстати, отдал-то он урона точно больше. Вот у него 18, у Тимбера 38, ну и все. Но в любом случае у Тимбера 38, то есть больше. Ребят, кажется, началось. Пришли втроем, пытаются взять шишак втроем. Ну а тут приходит Пупей. Мстит за шишак. Возвращение. Нормально назад. И будут ебать. И будут ебать. И выебаливать. Слушайте, а что это за дерьмо?
Получив больше 250 урона от любого источника в районе щиты, герой выталкивает всех врагов из области вокруг него. А там проходили соревнования хакеров. Челы на скорость взламывали что-то там. Как тебе такой киберспорт? Прикольно, прикольно. Но это не смотрибельно, я думаю, вообще. То есть это просто, ну, настолько несмотрибельно, насколько только можно, скорее всего. Подозреваю, что... сомневаюсь, точнее, что это можно сделать смотрибельным, потому что, ну, что вы, это же ужасно уныло. Это интересно только людям, которые в этом разбираются. Но сама штука прикольная. Почему бы и нет? Кстати, а у Вич-Доктора нет какого-то аспекта, связанного с Маледиктом? Ну, три аспекта. Такую две цели. Наносит меньше урона. А нахуй это надо, а? Да спасибо, блин, я не голодный. Не лечит, но наносит урон? А, с гонимом это работает. Как бы бьет в две цели, и от обеих целей, да, идет сплит ударов. А, ну да, если так это работает, то да, это сильно, конечно. 100%. Это звучит как разъебка лютая такая. Ну такое это, все равно. Ну как бы звучит как разъебка, но я бы не стал на это рассчитывать, потому что что-то... Пока ты там докачаешься, проскачаешься, так конечно купить надо. В итоге все слишком завязано на этом ульте. Звучит как хуйта. На один за каждые 6 маны. Это много или мало? Но звучит как будто бы это не очень много, да? Ну сколько там? Ну даже если я восстановил 600 маны, то это 100 урона. На 3 удара. Не, ну вообще не так плохо, учитывая, что есть шард, учитывая, что есть на самом деле талант на перезарядку Мистик Снейк, пока его нет, правда, еще. Там в этот момент начинают фидить всякие корданы. Вот. А что дает Маношилд? А, ну Маношилд это ничего, это Маношилд просто. Маношилд, который как бы в пассивку вынесен, и в итоге у него 5 уровней. Тут особо ничего и не поменялось. Интересно, что там за второй аспект у Медузы. Ну, когда-нибудь мы это выясним. Ведь кто-нибудь когда-нибудь возьмет второй аспект Медузы, я уверен. Что у нас там происходит такое в бэклайне? Это ультимейт Кордона от Форса. Проблема у Кордона. Кордон погибает. Здесь Медуза стреляет по Суприму. Суприм теряет здоровье пока что Суприм. Но подхил от Вич-Доктора с... Холли Локет-ом, я так понимаю, уже нет, кстати говоря, кто пиздел, пока Холли Локет-а нет. Но Суприм здесь отхиливается, Кристаллис ультимейт подрубает, Юлнит обьют. Пока что отходит. Форд запрыгнул вперед, подрубил Блэкмейл, танкует там Шишака. Шишака убили! Крысы! Почему чел на буве просто летает на Найтсталкере? Ебать фотограф, да? Он вошел в них! Чел на буме вошел, я видел все. Вы видели? А, я видел. Опа! Ой! Не попал террорайз. Погоня будет за бумом лютая, но у него блинк есть. Он им всегда был. Оу! Но нападение, конечно, легендарное. Там, правда, до нападения Аегиса еще 5 секунд. Вот чуть позже надо было это нападение организовывать, я полагаю. Тогда бы все сработало. Прыгает, вперед, бум, всех насалится жестко. Бенгар подхиливается. Джиггернаут ультит, маленький ульт это был. А еще есть большой ульт, не надо, дядя. Дядя, не надо, Бенгарна ебут, Бенгарна убивают. Суприт танкует. Проблемы у Дристаллиса. Дристаллис куда-то покатился. Ультимейт нажал, но что делать? Будут секреты, ведь их ебут. О, тебе два вышка стоит еще. Забирать ее. Ни слова вампире. Ну, ни слова, и че нахуй, это все, туда-сюда. Кощей, бабайка, вампир, хуя... Ой, Дристаллис! Порвался! Гузнец у него, конечно, здесь. Ну и все. И все, Шишака здесь ебут. Там, правда, кого-то вернули пока. Ну, бараки забирают. Я на месте секрет. Не знаю уже, что бы делал. План уже четко был бы.
обозначен, скорее всего. Нажимается Enter. Пишет две буквы заветные. Ну а как здесь не проебать-то эту игру, непонятно. Вампир взлетает тем временем. Фига он куда полетел, ты успокойся. Успокойся. Успокоился, пилы куда-то. Какие-то анимации, эффекты, что непонятно. Ломается база. И ГГ пишет, попей. Главное выжить после ГГ, так тебе атака говорил. Бом пошел, смотрите, дофармливать нетворса немного себе. Когда будут кикать, все эти статы пригодятся. Могут пригодиться, по крайней мере.